Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жеккой в очередной раз мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам мы снимаем эту серию, а также у нас для вас есть очень хорошая новость. Ребята, мы опять решили Жеке провести такой небольшой конкурс на добавление подписчиков в друзья, поэтому, ребята, прямо сейчас... В описании есть ссылочка на наши страницы. Бегите, добавляйте, чем быстрее добавите в друзья, тем больше шансов то, что вы попадете к нам в эти друзья. Потому что мы с Жекой выберем 10 случайных человек и посмотрим, кому повезет, а кому нет. Поэтому, ребята, добавляйте прямо сейчас. Да, ребята, и также не забывайте ставить лайки под эту серию, если хотите видеть больше серий троллинга. Только от вас все зависит. Ну что, Эдисон? Ну, давай будем... Я готов, Жека, давай. Я так долго не снимал этот троллинг, это капец. Мы, ребят, реально с Эдисоном, наверное, неделю уже не снимали троллинг, это вообще... Я уже забыл. Ну ладно, давай, сейчас вспомню, Жека, давай. Ну что, ребята, добро пожаловать на новую серию троллинга. Да, а сразу хотел бы извиниться, то, что я такой сонный, потому что я только проснулся, середина ночи. Кто не знает, мы только вчера с Жекой вернулись из Москвы. Поэтому, ребята, нет, никто не поссорился. Видосы дальше будут продолжать выходить. Просто, ну, у меня там была проблемка до отлета. У меня просто сгорел весь компьютер. Поэтому я записал сольные видосы, как только смог. Поэтому, ребята, все нормально, никто не сошел с ума, никто не поссорился, все нормально. Мы будем с Жекой продолжать вот... Прямо сейчас мы записываем совместный видос. Поэтому, ребята, все норм. Да. Я уже даже забыл, как это записывается, потому что мы реально неделю дома не были. Но в чем будет заключаться прикол этой карты? Кто не знает, мы летали в Москву в Google Office. Нас туда пригласили. И кто не знает, Жека там на одной стене нарисовал писюн. Вот такой реально огромный писюн. Это Жека. Конечно, он писюны будет рисовать. И сотрудникам Google Office просто так влетело за этого. Так влетело, то что мой Жека сейчас думал, ага, Жека, ну круто, ты нарисовал писюн на стене. Сейчас, мне кажется, нас никогда больше не пригласят на какие-то мероприятия. Потому что Жека просто дебил с этими писюнами. Поэтому в этой серии я опять, можно сказать, вернусь к той ситуации, где Жека будет рисовать писюны, вот тут это будет, и потом начнется паника, потом начнется паника, полиция Жеку словит, потащит в тюрьму, там будет разбираться, он будет разбираться с директором Google Office, и потом мы забаним канал Жеки, ну, забаним за то, что, как он поступает с сотрудниками Google Office, но я не буду вам все подробно рассказывать, все подробно показывать, давайте мы сначала начнем троллинг, пойдем к Жеке на троллинг, а потом вернемся сюда и посмотрим, что да как Жека будет опять делать в этой ситуации. Поэтому, ребята, давайте погнали. Эдисон, что, ты готов? Ты готов присоединить новый троллинг? Ой, ну я готов, Жека, давай. Я прям уже хочу быть за троллем, потому что давно я это не испытывал. Пошли, Жека, я готов. Готов. Слушай, пошли. Эдисон, ну. Для начала тебе нужно поставить гемод 2. Гемод 2. Давай, хорошо, вот, поставил. Дальше. Вот, и ты должен меня слушаться. Знаешь, Эдисон, небольшая предыстория. Ну. Я заметил, последние ролики ты снимаешь без меня. Вот понимаешь, Эдисон просто меня кинул. Эдисон снимает без меня. И многие пишут у тебя под видео, что ты себя очень и очень неадекватно ведешь. Знаешь, Эдисон, просто без меня у тебя ролики получаются неадекватные. Ты себя неадекватно ведешь. Поэтому, чтобы тебя вернуть в русло настоящего тролля Майнкрафтера, мы тебя будем сегодня лечить различными испытаниями. Меня лечить. Ну хорошо, пошли, Жека, пошли, я готов. Ну я-то не вменяемый, но в меру. Но Эдисон совсем снизнулся. В общем, Эдисон, проходи на испытание. Не-не-не-не-не-не. Тут есть что-то, Жека. Нет, Эдисон, тут вроде бы ничего нету. Ты проходи, проходи. Внутрь, да? Это психбольница какая-то, да? Ну да, да. Возможно, это и так. В общем, Эдисон, ты должен всего лишь пропаркурить. Жека, я спанпоинт поставлю, хорошо? Вот тут. Да. Ты вот должен до сюда пропаркурить. Вот и сюда. Ох, Эдисон, ты сразу догадался, что тут все отзеркалено, да? Догадался. Ой, что-то не получилось, немного так где. Ой, Эдисон, а что ж ты не бомбишь, Да подожди, я просто сонный, Жека, поэтому... Да как там? Ладно. Эдисон, да тут ты не переживай, ты не переживай, ты адекватно веди. Да, все нормально, как обычно. Да, у тебя получится. О, нормально. Так. Вот там я что-то не могу понять, где.
Давай. И тут в углу, по идее. Да ну тут! Ой, чё ты не получилось да, в нашем... Жека, я подскользнулся, это не считается. Так, да твою-то мать! Жека, я там могу спаун твой тоже чуть-чуть поставить, или нет? Жека, это сложно слишком, нет, ну смотри, не можешь, ну смотри, сколько... Это... Да это нормально, Эдисон, проходи, проходи, да, проходи. Да, иди ты в сраку. Он опять себя неадекватно ведет. Он себя неадекватно ведет. Нет, я как бы спокоен полностью, поэтому все норм, Жека. Что тут придумаешь? Он просто отмазывается. Да. Он просто... Ой, что-то опять не получилось. Твою мать, ладно. Эдисон, посмотри, может. Ну, хотя ладно, проходи. Я тебе не буду бежать, я тебе не буду тебя отвлекать. Я пока тут посижу. Да. Какие очки, дурак? Майнкрафтовские очки. Так, Майнкрафтские очки. Эдисон, у тебя почти получилось. Ой, чё ты опять не получилось? Иди ты в сраку, я сейчас там спампой поставлю, иди ты нахрен. Может быть тебе тогда и не надо? А может надо всё же. Иди ты нахрен, а? В смысле не надо? Ну, Эдисон, заебал, не переживай. Ты должен себя главное спокойно просто вести, понимаешь, Эдисон? Ладно. Что-то опять не получилось. Давайте даже помогу, вот так вот сделаю. В смысле так мне сделаешь? Ты мне проход закрыл, ты дурак, как кусок? В смысле ты мне помог? Какой у тебя проход закрыл? Тут так как бы так и было. Нет, в смысле, вот тут, Жека, ну смотри, вот тут один блок, да, был? Или два тут блока было? Как я туда внутрь сейчас запрыгну? Даже не знаю, Эдисон. Думаешь? Все, пошел в сракотан отсюда, так, иди нафиг. Ой, Эдисон, если бы ты не побилась, себя адекватно вел, то, возможно, ты бы сразу понял, что здесь нужно делать. Иди нахрен, иди нахрен. Возможно, ты бы сразу понял. Слушай. Что? А может быть, здесь надо пройти, смотри, тут все блоки видимые. Может, ты нахрен пройдешь, я не буду тут ничего проходить, а. Он опять бомбит. Нет, я спокоен, как удав, Жека, отстань от меня. Удав. На. Да. Ну что, Эдисон, как у тебя получается? Нет, не получается. Да все нормально, все спокойно, все нормально. Все нормально. Тут паркур для детей, понимаешь? Как будто тут вообще изи. Ой, я тебе паркур в следующей серии построю. Ой, Жека, будешь ты ныть. Ой, вспомнишь твои слова. Ой, Жека, давай, Эдисон. Я почти получилось, осталось всего лишь там пару блоков, давай. Ой. Вот видишь, главное просто спокойно все проходить, тогда у тебя все получится. В общем, Эдисон, подожди, главное сейчас никуда не беги. Ну. Стой здесь. На тебе зажигалочку. Жека, кто это такой? Кто это такой, а? Слушай, Эдисон, смотри, это твой заклятый враг. Ты, понимаешь, у тебя в руках зажигалка, ты можешь просто пойти его и уничтожить, понимаешь? Или? Ну иди, уничтожай. А другой вариант? Можешь не уничтожать, как бы тут... дело, тут твое дело, понимаешь? Да. Ой, что это такое, Жека? Что это такое? Что это такое? Ну? Что это такое? Ну иди уничтожай, иди. Ты должен уничтожить его. Ой, что-то не получилось, да? О, то есть ты себя хочешь сжечь, ладно, хорошо. Я пройти дальше хочу. Опа! Ладно, Эдисон, иди, уничтожь его. Я побежал, Жек. Эх, Эдисон, все-таки ты неадекватный какой. Да не, все нормально, Жек. Все-таки, Эдисон, ты неадекватный. Ты взорвал саму карту. А если бы ты был чуть-чуть спокойнее, то ты просто бы дальше прошел и попал бы на следующее испытание. Видите, какой у нас Эдисон неадекватный. И какое там испытание было? Где испытание? В общем, Эдисон, твое последнее испытание. Оно довольно-таки простое. Смотри, тебе нужно на этих вагонеточках проехаться и найти три сундучка. В этих сундучках будут записочки, но записочки ты пока не читай. Вначале просто проедься. Со своими записочками пошел ты в сраку, а? Со своими записочками. Так, опа. Опа. Ну-ка, открывай сундук. Так, только бери записочку, но пока не читай. То есть мне обратно. Пока не читай. Ой, куда ты тут провалился? Куда я провалился, Жека? Алло, вы пустите. Я не знаю, честно говоря. Так, в общем, Эдисон, тебе нужно найти еще две записочки. Да что ж такое? Что ты не поехал. Что какая-то постройку-то карту конченую. Так, пошли. Поехали, Жека. Ой, поехали. Давай, Эдисон. Ой. Где я? Алло. Я не знаю, где ты там. Эдисон, так нельзя, если ты...
Слушай, нельзя, ты мне на карте стекло ломал? Ломал. Все честно. Ой, ты ж говнюк. Ну ладно, ладно, хорошо, так уж и быть. Эдисон, у тебя есть целые две записочки, я тебе осталось. Ой, последняя, да, последняя осталась. Давай, Жека. Да, последняя, давай, я тебя подтолкну, подожди. Давай, давай, ну. Спасибо, спасибо, да, спасибо. Спасибо, что подтолкнул меня. Ладно, я сам справлюсь. Давай, едь. Так, поехали. Ой, слушай, кажется, походу третьей записочки нету. Блин, нету? Я забыл. Угу. Да, хорошо, да. Спасибо. А что ты раньше не предупредил, Жека? А где последняя записка? Да, просто... Ну я понял. В общем, Эдисон. В общем, Эдисон, так же, знаешь, ты в роликах вот стал часто очень сильно материться. Я тебя, по-моему, уже один раз отучал материться, да, и вроде у тебя не получилось. Может, попробуешь еще раз? Давай, читай записочку. Вначале первую, потом вторую. Только с выражением, и тогда ты пройдешь в эту комнатку, и ты, возможно, излечишься. Ну ладно, давай. Давай, ладно, ладно. Запись. Иди ты нахрен. Он сам мне вот это пишет и говорит то, что я матерюсь. Ладно, давай. Давай, запись где? Запись сделали мы в ЗАГСе. Прямо сраны, прямо с раннего утра. Ладно, сраны, сам ты срань. Так, давай дальше. Палец в жопу. Палец в желтеньком колечке, запер девку навсегда. Сам ты запердел, Жека. Давай открывай уже этот проход. Давай. Знаешь, ты кажется, не дверь открыл, а ты кое-кого вызвал. Что-то ты пока что ты перепутал заклинание, ты вызвал Ибрагима. О боже, Эдисон, беги! Какие заклинания, Жека, нет никаких. Ты там читал про ЗАГС, про колечко, вот ты Ибрагима и позвал. Все, Жек, я буду вот тут. Все, я буду вот тут, где никаких Ибрагимов не будет. В общем, мы поняли, что Эдисон неадекватный, да? Эдисон у нас просто неадекватный, ну, хотя бы, хотя бы вменяемый, Жека, хотя бы вменяемый, так что все норм. Ой, дебил. Ладно, Эдисон. Ну, давай, я готов проходить твои испытания, чтобы Гимо 2 включать. Да, Гимо 2, пошли, Жека, пошли. Готов. Ну все, хорошо, я иду. Давай. Пошли, Жека. Давай, бери, вот это тебе пригодится, Жека. А, то есть я буду драться, да? Да, ладно. Не, а может нет. Невменяемый. Пошли, вот сейчас мы докажем, кто тут вменяемый, а кто невменяемый. Пошли, Жека, пошли. Опять хочу. Хачапурчики тут вообще, Жека, ни при чем. Тебе нужно найти 5 секретных синих блоков. Они тебе пригодятся в следующей комнате, поэтому, Жека, ищи. Где хочешь, ищи. Я понял. Я понял, что ты следующий мне лучше не открывать. Давай, беги, Жек. Я уже поставлю спаунпоинт. Да, да, молодец. Давай, Жек, ищи 5 блоков, ищи. Хорошо, я ищу 5 блоков. Так, ну, здесь, мне кажется, тоже умру, ну ладно. Так. Один взял! Молодец, успел, Жека, давай, еще 4 осталось. Там еще полвторой сундучок, Да? Ну ладно, я пока не буду открывать его. Ну, какой-чик. Так, Чапурчик, ты меня не то. Ой, Жека, где ты, Жека? Алло, ты где? А. Так, ладно, сюда тоже, походу, не надо. Где мне, сколько мне нужно, подожди, 4, 5? 5 нужно. Туда, мне кажется, тебе точно не надо, Жека, поэтому ищи 5 блоков. Они пригодятся тебе, Жека, давай, ищи. Да. Ну. Ага, тут есть какая-то секретная лестница. Заметил все же. Ну, давай, Жека. Давай, прыгай. Так. Ну. Опа, второй. Ну. Третий. Опа, третий. Еще 2, Жека, еще 2, давай. Мне кажется, там ничего не переживаешь. Ну ладно, давай. Я сейчас найду. Да. Я сейчас найду. О. Во. 4. Ну, молодец. Ага. Ой, давай, Жека. Я хочу выбраться. Ты где? Алло. Я что-то немножко умер. Где последний? Где-то там последний. Вот, а может там, да. А ну давай, Жека, ищи. Нет, там его нету. Нету. Проверил. Ну ладно, давай, Жека. Еще один остался. Последний. Вот это прям... Увидишь, для чего это нужно, Жека. Увидишь. А ты уверен, что ты... Блин, ты уверен, что 5, да? Если 4? Да, мне кажется, 5, наверное, Жека. А может, хачапурчика падает, нет? Ну, может быть. Все может быть, Жека, все может быть. А хачапурчики убиваемые вообще, нет? Ну, может... Да. Эдисон, а вот здесь, может, здесь что-то, нет? А может, ты тут посмотришь, где, не знаю, вот пещера с лепошарой, а? Что-то я не заметил, ладно. Кто-то не заметил. Сейчас я умру, наверное. Нет.
Всё, моё! Всё, пока! Не-не-не, Жека, у меня такой вопрос. А почему тут всё сетнулось обратно? Почему все мои ловушки вот тут пропали? Чё за бред? Чё ты тут сделал? Тут невидимый пол был. Что за хрень? Алло! Я не знаю, ничего тут не было, я ничего не твою карту. Вот, Жека, паскуда! Спасибо тебе. Ой, еще шестой блок. Вот тут был, а тут был. Ребята, я с ним не буду играть больше. Видите, что он творит нафиг? Он перестроил мои испытания, чтобы он не попадался на мои ловушки. Я даже не заходил на его тролли. Да, испортил все мои ловушки. Я с ним больше не буду троллить, никогда снимать Джека. Да, Эдисон, я даже не заходил на твою карту. Да, и все мои ловушки вот там в пещере пропали. Зашибись, Джека, спасибо. Читер кончили. А что мне шестью блоками теперь делать? Не знаю, потому что у тебя пять должно быть. Ладно, давай на тебе один. Давай, проходи в комнату. Проходи, Жека. Спасибо. Ой-ой-ой-ой. Да, я не могу зайти. Да можешь, всё ты можешь, Жека. Давай, заходи. Давай. Подкинь меня. Не-не-не, ничего я делать не буду. Давай, Жека, давай. Я не могу, умру. А чё ты пэхаешься? Я тебе что, разрешал? У меня просто хп вообще не отнимаются. Я не знаю, что мне делать. Ну, сам убить себя как бы. Ну, давай. Давай, Жека. Давай, Жека. Молодец. Потуши меня, делать не буду. Давай, Жека, застраивай вот этот разъем. О, это тест на пи-пи-пи. Да, ничего тут нету, никакого теста тут нету. Да. А почему тут писюн? Давай, Жека, застраивай. О, Жека. Мне кажется, повторяется ситуация, когда ты писюн нарисовал в гугле, помнишь? Кто не знает... Это не я, это кого-то. Жека, подожди. Жека нарисовал писюн в гугл офисе, и за него очень там влетело сотрудникам вот этого гугл офиса. Поэтому, Жека, мне кажется, что-то очень даже плохо. Тебе... Я слегаю. Да, Жека, давай, беги, Жека, давай, быстро, они полицию вызвали. Давай, Жека. Полиция! Давай, Жека, быстро, полиция, Жека. Сейчас кого-то в ментурку заберут. Помогите! Вытащи меня отсюда! Давай, спанпоинт ставь! Спанпоинт! Давай, Жека, беги! Спанпоинт поставил, бегу! Ой, давай, Жека, там какого-то сейчас! Тупая полиция! Ай, не сложно, как... Ой! Умирай, Жека, прописывай килл! Давай, быстро! Давай! Сейчас кого-то в ментурку заберу, Джека, давай, записывай в Google офисе. Хватит, ну пожалуйста! Ой, Жека, давай, быстро, давай, да. Нет, я спаунпоинт поставил не там, где надо. Давай, Жека, все, сейчас кого-то посадят. Прям на 15 суток. Жека! Меня куда-то в жопу ТП снова. Давай, спой. Давай, быстро. Куда мне бежать-то, господи? Давай. Мне кажется, тебя бы уже раз 10 в эту ментурку забрали, потому что ты какой-то... Ой, Десант, это невозможно. Да убивай их как бы. Да ку-кок! Так, можно бить? Да. Вот. Так, ладно. Я справлюсь. Это что-то за мусор сыграл. Не знаю, давай. Давай, Жека, бей их, давай. Кыш. Почти. Давай, Жека. Да, всё. Ой. Ой, Жека. Мне кажется, все очень плохо. Ты видишь то, что директор Google офиса, видишь? Работница Google офиса. Замдир. Не камдир. А, замдир. Читать даже не умеешь. Там нету... Ты б не смеялся, Жека. Ты б не смеялся. Ну, Нет, хуже намного, Жека. Намного хуже тебе сделают, потому что из-за тебя посадили двух работников Google офиса. И вот сейчас, Жека, ну ставь рычаг на вот этом. Ставь. А если не хочу. А ты ставь. Давай, Жека, ставь. Ой. Ой, короче. Прошло совещание, Жека. И вот директор Google офиса решил забанить твой канал к чертям. Поэтому, Жека, Shadow Priest'а больше не будет. Там осталась буковка Си. Ай, меня еще скинул кто-то. Все, Жека. Сейчас ты понимаешь, что нельзя рисовать писюны, понимаешь сейчас? Нельзя, Жека. Кто же знал? Нельзя писюны рисовать в Google офисе, поэтому, Жека,
Вот так вот, видишь, прошло совещание, они решили забанить твой канал. Поэтому, Жека, в следующий раз будешь знать, что делать. В следующий раз не будешь писюны на стенах рисовать. Я больше не буду. Ой, не будет. Ну, конечно, не будешь. Потому что тебе уже влетело, Жека. Жека, с писюнами из врачуга. Ну. Писюны — это искусство, да, понимаете? Я просто выражаю так свое искусство. Ну, просто кто меня не понимает, понимаете? Писюнами, да? Писюнами метровыми. Да. Ладно, ребят, мне кажется, можно этому уже заканчивать нашу серию. Ставьте огромные пальцы вверх. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. И, Жека, напомни про конкурс, то, мне кажется, уже многие забыли. Да. Ребята, не забывайте нас добавлять в друзья. Рандомных 10 человек мы добавим. Каждый из нас добавит в друзья. Участвуйте. Это, как вы понимаете, такая халява, да? Да. Поэтому, ребята, ссылочка есть в описании. Прямо сейчас бегите, добавляйте. Может, именно тебе повезет. Поэтому, ребята, огромное вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова, ребята.